объявила согласие на принятие в дар здания больницы в селе Топорнино, построить которое выразило желание местной землевладелицы госпожа Гребушина. Впоследствии с каждым годом открывались новые отделения, увеличивалось количество медицинских работников. В 1960 году построена Карачаевдинская участковая больница на 25 коек. В 1976 году возведено новое здание Шариковской участковой больницы на 50 коек. В 1981 году построена и сдана в эксплуатацию новая поликлиника в селе Кушнаренково на 150 посещений в смену. Кушнаренковская центральная районная больница была оснащена достаточным количеством санитарного автотранспорта. Уже в современных условиях в 1987 году открылся терапевтический корпус, где были развернуты гинекологическое, терапевтическое, педиатрическое и акушерское отделение. В 2001 году новый хирургический корпус диагностической службы, обеспеченный современным оборудованием. В настоящее время здравоохранение Кушнаренковского района представлено центральной районной больницей на 90 коек круглосуточного пребывания и 61 койко места дневного пребывания, взрослой поликлиникой на 150 посещений в смену, детской поликлиникой на 50 посещений, тремя сельскими врачебными амбулаториями по 50 посещений в смену, в том числе Карачаевдинская, Шариковская, Старотухмаклинская, 38 фельдшерско-акушерскими пунктами. В апреле 2015 года открыто отделение гемодиализа. Сегодня на страже здоровья жителей района стоят 61 врач и 195 средних медицинских работников, среди которых 2 заслуженных врача Республики Башкортостан и 24 отличника здравоохранения Республики. Отрасли культуры действуют. Районный дом культуры, 22 сельских дома культуры, 6 сельских клубов, центральная районная библиотека и 23 ее филиала. Из них 7 модельных библиотек, детская библиотека, историко-краеведческий музей, детская музыкальная школа и парк культуры и отдыха имени Героя Советского Союза Валентина Дмитриевича Баширова. Одним из приоритетных направлений работы клубных учреждений по-прежнему остается работа по возрождению, сохранению и развитию традиционной культуры. В учреждении культуры Кушнаренковского района 11 коллективов, которые носят звание народные и образцовые. Кушнаренково нашли прописку сразу 3 крупных в республиканском масштабе проекта. Наиболее значимым событием культурной жизни района, а также республики, становится проведение республиканского фестиваля фольклорного творчества «Кушнаренковские зори», который стал визитной карточкой нашего района. Традиционно, один раз в 3 года в нашем районе проводится открытый республиканский фестиваль для народных и любительских театров «Театральная рамба», который объединяет любителей этого жанра всей республики. Брендом нашего района стал районный праздник «Виноградные глаза Кушнаренкова». Полнокровно спортивная жизнь района. В муниципальном районе имеются 50 плоскостных спортивных сооружений, 23 спортивных зала, 1 бассейн. В сфере физической культуры работают 32 штатных сотрудника. В 63 учреждениях, ведущих физкультурно-оздоровительную работу, заняты более 6 тысяч человек. На сегодняшний день в районе наиболее развиты такие виды спорта, как баскетбол, хоккей, национальная борьба КРШ, лыжные гонки, велоспорт, плавание и художественная гимнастика. Кушнаренковский район славится 12 мастерами спорта и 4 кандидатами в мастера спорта. Здесь родился и получил первую спортивную закалку мастер спорта международного класса по легкой атлетике Вячеслав Бурдуков, другие именитые спортсмены. В 1985 году для мальчишек и девчонок, любящих спорт и ведущих здоровый образ жизни, открылись двери детской и юношеской спортивной школы. В 2016 году в селе Кушнаренково состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Здоровье». ФОК имеет универсальный игровой зал для занятий разными видами спорта – баскетболом, волейболом, мини-футболом. Одной из главных достопримечательностей – плавательный бассейн с 4 дорожками размером 25 на 12 метров. Thank you.
Андерсен-Латин Аллау Спирулиетинен 2019 ел Россия Федерациясында театр елы деп илан ителді. Хәм Кушнаренко ерлігінде лә халық есімін дүріткен 57 еллық тарихы болған Медгілдер Татар халық театры ішіліп келен. Хәм бүгін бәді хәдің ихтибарға Туфан Миңнуллиндің Гүргірігі өдәрі спектаклінен үзік тәрдім етемін. Катерина, Харалин, ну суптерам, минутка за мной, суптерам. Казахстан-Китесы, Харалинды, Казмайлинды, он бы чуреки не любви, он такая, что им тогда не любит кине. Меня на кет, отапасную гуртена, кушетерин меня на вода, отапасную. Булмайды, Гыргыри, булмайды, он узнали шесть ешине, шесть ешамине, сучала кире бурук булмайды, Гыргыри. Жук, Катерина. Менің шәйлесіп қорасынлар, біна қоралы, екі қызым әйімі, өздерің шәйлесіп не болды? Не болды? Не болды, не болды? Екісі де біна, әтесіз бала ұстырайлар, мен сен әйтін. Харап бұлған екен, харап бұлған, көргіне қызыма. Олар өздерің шәйлесіп не бәйтті мен шәшім? Жоқ, менің шәйлесіп қорасынлар, жақшы мұ, жаман мұ, қатырда. Мұнысын үрінәні түпші қызыңызды әйімі. Әуәр кеш әйтіп, жыласына күлі кеттіріп, әбесінің милли кейінлерін кейдіріп, мән кәбірге әшәрлі кетіп кеуіп әбірем. Сыңдыр күрі, кем елде бетінді шыл милли кейімлерім? Кейдір, кейдір! Әй, құдайдам! Қарады, жарыш ұйыштырам, жарыш бәкім жиңа, қызда жына бұла, бітті кетті. Неге, неге жарыш? Бұдан шапта тұтығыр көресің, бұдан түрлі жарышылар да бар. Қазір
жарлысыз инде жигитлер. Театр. Кешеләр ул да актерлар.
Әмма тормыш сәхнәһендә барыһы актер, ә сәнгатьтә иң һәләтлеләр генә тамашасы һөйүен яулай ала. Якташыбыҙ күп сағыу образдар тудырған Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы Миңе Нурсәйетова Ғиззәтуллинаға үҙ тамашасыһын тапҡан республикабыҙ театр сәнғәтенә үҙ исемен индергән актриса. Сагнуларының сиге юктыр.